Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Так, и мы закончили с вами в подземелье, но оно довольно глубокое, поэтому нам там бегать и бегать. Ну что же, мы с тобой остановились вот на этой миссии, да, это у нас пещера 2. Тут, кстати, вот он, пиратик нас уже тут поджидает, но прежде чем с ним подраться, нужно... Я тебя сейчас попрыкаю мне. Пуканов там раздает. Так, 364 свинской мощи. Конечно же, мы с тобой здесь не справимся, поэтому обращаемся за помощью. За помощью наших боевых товарищей. Так, свин Хрякович. Да, мы возьмем для начала его. Ну, смотри, смотри, какая у нас сила сразу команды. 509. И приступаем. Будем потихонечку проходить с тобой, да? Не спеша. Так. Ну что-то там с авоськой. Так, кто первый ходит у меня? Не имеет значения, да? Погнали. Так, хорошо. Шикарненько. Ну-ка, свин Хрякович. Я только одного не могу понять. Свин Хрякович, это реальный игрок или это компьютерный? Потому что он у меня в друзьях. Он даже недавно ко мне на фейс присоединился. Мне кажется, что он реальный. Он реальный. Так звучит нелепо немножко. Так, ладно, ребят, шутки в сторону. У нас с вами шикарный бой. Ядрить тебе на корень. Сколько здесь этих-то будет? Волн. Оу-оу. А я даже не взял с собой хила, да? Молодец какой. Ну, ладно. Что, голодранцы, получите. Блин, без хила действительно будет плохо. Так, интересно, пробить сможем? М-м. Хиляется. Вот даже как. Ладно, продолжаем бомбить. Давай-ка, наверное, вот этого вот чудика. Все-таки надо завалить нам его. Молодец, свин Хрякович. У тебя удачно получилось. Так, что он там делает? Ага, защиту на себе повесил. Ну, перец, как ты понимаешь, я пока не буду тратить. Мне кажется, он больше пригодится к последним волнам. Что? Эй! Свинья! Недобитая, получи и распишись. А мы двигаемся дальше. Но, так, еще три волны впереди. Слушай, а тут-то ничего страшного нету. Что они тут? Сосуночки какие-то. На тебе. Надо же, не добили. А почему они постоянно хиляются, а? Давайте без хила, пожалуйста. Я же не хиляюсь. Слушай, ну тут быстро-быстро мы с тобой разобрали. Ничего не успели сделать. Переходим на предпоследнюю волну. Опять же, я не вижу здесь никаких, ребят, проблем. Так, подожди, проблема есть одна. Ну, вот, она решена. Остается вот этот вот свин. Ага. Моего бома бомбит, а? Добить сможем мы его? Чуть-чуть не хватило. Так, что он там предпримет? Опять свою... А, он хилку врубил, да? Нет, парень, она не поможет. И мы переходим с вами на последнюю волну. Давай глянем, кто там. Если что, у нас есть перчик. Я даже думаю, что может быть его применить как раз на нашего бомба. Давай. Отлично бомбанул. Я бы сказал, очень круто. Но ты не забывай, что впереди нас поджидает босс. Босс-пират, который там стоит и ждет нас. Когда же мы выйдем отсюда и зайдем к нему. Так, рыбная косточка. А я могу крутануть? Могу. Я просто хочу, чтобы выпала она мне. Да чтоб тебя. Давай еще разок. Во, отлично. Вот теперь я доволен. Ну, а мы с вами движемся дальше. И будем сейчас, видимо, с пиратом этим драться. Так, что это такое? Поздравляем, ты прошел много уровней и заработал 490 звезд. Твоя награда — мститель. Какой еще мститель? Что за мститель? Ну, я нажал посмотреть на этот мститель. И где же он? Вот это вот, что ли? Ох, ё-моё. Каналь. А что это такое вообще? А я могу его как-то использовать? Или чё? Обзор коллекции классов. Ну, судя по всему, могу. И он где-то у меня, наверное, лежит. По-моему... Слушай, он, наверное, не очень хорош, да, этот шлем? Наверное. Так, что у нас здесь? Давай-ка глянем.
Фи! Ты серьезно, что ли? Хотя он 12 уровня. Слушай, самый крутой получается это у нас вот этот, да? Самурайская шапка. Нет, ну если прокачать вот этот вот. А вот как его прокачать? Скажи-ка мне на милость. Выберите класс для улучшения. Ну, классы. Подожди, улучшение. Немножко не догоняю. Немножко не догоняю, как это сделать. Так, ладно, возвращаем самурайский шлем. Выберите класс для улучшения. Ну, вот же тут вот. Выберите класс, вот, например, выбираю. И что? И ничего, да? Плюс 10 к здоровью, плюс 10% к атаке, кража здоровья, коварство. Ладно, не будем зацикливаться здесь. Что у нас тут в кузнице происходит? Я могу что-то сделать? Вот этот меч, а нужен ли он мне? Я в этом не уверен. Расческа из рыбьей кости. Нет, это все ерунда. Ладно, они меня специально, наверное, сюда завлекли. Отвлекает меня. Пошел я обратно в пещеру, потому что там нужно еще проходить. Сейчас босс будет, к тому же. Мы, если его сможем бомбануть, а мы его должны с тобой смочь уничтожить, если что, будем применять с тобой бонусы. Вот он. А, нам нужно теперь вот сюда. Это ж тут-то долго у нас получается с тобой, да? 348 мощей. Опять обращаемся за помощью к другу. И это у нас будет с тобой... Свиндиана Джонс. Так. Слушай, ну у нас так мощь подрастает сразу же, да? Может быть, нам убрать бомбу и взять вот так вот? Просто мы с тобой вообще без хила тут остаемся. Нет. Нельзя такого позволять, да? Надо брать именно бомб. Потому что он у нас самый сильный. Ну, не самый сильный, но он такой дерзкий мужичонка. Так, ух ты, как вшлепнул-то этому пирату. На тебе. Воу, крит. Так, смотри, что творит, а. Этот еще мелкий совоськой тут бегает. На тебе. Будет еще выделываться мне. Слушай, а может быть мы с тобой сегодня заработаем 35 уровень, а? Мне бы лично очень хотелось бы. Тут еще тем более волн так много. Может быть даже будет шанс это все. Так, этого призрака мы с тобой трогать пока не будем. Потому что он все равно через два хода воскрешается. Попробуем так вот бомбануть. На чистогане. А его уже в конце добьем. Слушай, мелкий, уйди. Единственное, что призрак очень сильно бьет. Опа. Готов, хлопчик. Готов. И добивочный. Шикарненько. Ну что, двигаемся с тобой дальше. Так, это у нас третья волна, да, получается? Дай-ка я, наверное... А что у нас делает... Вот этот парень в безумии. Ого. Ну, неплохо, да, согласись. Да, мы, скорее всего, с тобой накопим скоро на 35 уровень. Опыт довольно быстро у нас с тобой накапливается. Так, здесь опять этот жидкий, да? Надо его бомбануть. Добьем. Ох ты, ничего себе, хильнулись. Кто хиллер? Вот этот, наверное, да? Буржуй. Хорош бомба трогать мне. Так, отлично. Добили, остается мелкий. Мелкий прыщелыга со своей авоськой, который упал, даже не успел ничего сделать. Подожди-ка, мы отравлены? У меня бомб отравлен. Как так-то? Ну ладно, ничего страшного. Приходим с тобой на предпоследнюю волну. Давай уже здесь будем потихонечку их чекрыжить. Так, нам бы вот этого нахлобучить. Пока не вышло. Так, он думает, он хочет сделать массовую атаку. Ну, естественно, я ему не дам такой возможности. Я его тут накумарю. И вот этих вот мелких тоже с собой прихвачу. Такой дурачок, даже попасть не может, спотыкается там вечно. Ну что же, а вот и последняя волна. Упс. А, это и была последняя волна? А я жду, когда же там будет последний бой. Так, ребят, опять какой-то рецепт. И он мне выпадает. Ну что же, я думаю, мы с вами поплывем дальше.
Что нам дает арена? Вот скажи мне, вот я на арене, например, буду драться. Что она мне даст? Погоди-ка, неужели я буду с ним сейчас воевать, а? Или я с ним буду воевать, когда мы подойдем уже к воротам? Не знаю. А, вот он. Так, 411 на 100 сильнее менять. Так дело не пойдет, парень. Давай-ка мы с тобой... Слушай, наемник могучего орла. А, так он нанимается. Значит, это у нас получается принц Сала последний бой, да? Хотя мы с тобой можем потом еще получить 20 к здоровью и атаке. Но это будет позже, когда останется самый последний бой. Ну что, Хариус, ты готов получить от нас люлей? На! Принц Сала помнит твое предательство. Тихо ты, разбуенился мне тут, а? Понимаешь ли? На палочке там у него что там, сыр? Какие-то ягоды. Так, он хочет кому-то ударить. И кажется, это будет у нас Ред. На тебе. Блин, когда у меня перчик-то накопится? Что он там? Так. И? А-а-а, он не ударить хотел. Он призвал подмогу. Он призвал подмогу, друзья мои. Вот и все. Вот и готов, хлопчик. Ну, а мы с вами добиваем этих маленьких свинюшек никчемных. Тудыч. Шикарно, согласись. Ох, сколько нам опыта-то дают. Отлично. Какой-нибудь рецептик будет? Нету, здесь никакого рецепта не дают. Ну и фиг с ним. Главное, что мы с тобой прошли. И по идее нас должны с вами впустить дальше. Пещера номер 3, насколько я могу понимать. Да, пещера пройдена, друзья. Что-то мы там получили. И загрустил он, загрустил. Вау, ядовитые облака. Туманная лощина разблокирована. Так. Ага. Свинка-призрак здесь, да, значит? Ужасник. Эта пещера заполнена удушающим туманом. Будет нелегко. Задержи дыхание. Я понял. Так, подожди, а где у нас? А этих что ли не будет у нас? А, ну да, мы с тобой постепенно будем их открывать. Так, 410 силы свинской. Ну, понятное дело, я не справлюсь, поэтому нам нужно с тобой что сделать? Посмотреть видосик. Вот этот. Итого у нас становится, блин, 373. Мне не хватает, друзья мои. Ой-ой-ой-ой. Нежить восстает через 2-3 хода после смерти. Твою ж дивизию, а. Пещерка номер 3. Ну что, рискнем или не будем? Рискнем. Давай посмотрим хотя бы, чтобы на будущее знать, чего нам здесь ожидать. Сколько волн? Всего лишь 3. Ну и персонажи у нас только лишь 2. Так, минус 1. Ой, нам нужно вот этого хлопнуть. Так, а теперь как-то нужно умудриться забомбить их всех. Понимаешь, да, почему? Так, что это, они там туман какой-то? То есть мне нужно как-то вот этого бомбануть. А у меня, наверное, не получится. Если только накопить перец, потому что сейчас этот оживет. Потом этот оживет. Так, стопы. Так. Блин, сейчас этот встанет, да? Хорошо, пробуем, ребята. Нормуль. А, все, двоих ушатали. Ладно, двигаемся дальше. Это была первая волна, у нас вторая. Оу-оу. Так, здесь надо, я не знаю, как-то сделать. Ага, этот ватный сам по себе. А здесь? Перец. У нас с тобой накопился перец, ребята. Сейчас мы, наверное, бомбанем нашим бомбом. Бомб, давай. Окей, и остается добить. Шикарно. Так, переходим на последнюю волну. Давай, 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 не отвлекайте меня. Где? Вот они. Так, 4 призрака, да? Ужастика этих. Начнем с крупного. Так. Окей. Так, он хочет бомба мне ударить.
Так, пугает. А этот тоже хочет бомбу атаковать. Подожди секунду, как лучше сделать-то? Блин. У нас как-то не получается здесь. Сейчас обязательно кто-то встанет. Встал, да? Прищалыга, ну-ка. Нормуль. И добивочный. Все, по красоте, друзья мои, прошли. Смотри, сколько... А я тебе говорил? А я тебе говорил, что мы получим сегодня 35 уровень. И, как видишь, получили. Фух. Слушай, неплохо. Вот еще бы приз выиграть. Угу. Выиграешь тут с ними этот главный приз. Да и ладно, и бог с ним, с этим скипетром, да, друзья? Я бы с удовольствием бы еще бы поиграл бы, я бы пошел бы дальше бы, но... Слушай, а пойдем на арену с тобой прогуляемся, а? Мы на арене с тобой давно не были. Воу, новый уровень. Птичья сила подросла. Кстати, уже лучше, раньше там на 1-2 единички, а тут аж, извини меня, на 5 единичек подросла. Отлично, спасибо. Так. Вот у нас с тобой следующий пункт назначения. Давай посмотрим, какая тут. 410 силы у свиней. Ну, мне не справится, ребята, потому что все мои ребятульки в откатах. Ну, а тратить голду я как-то не особо хочу. Пойдем, я тебе говорю, на арену сбегаем по-быренькому, пошуршим там, получим, так сказать, люлей на сон грядущий и разойдемся по домам. Я думаю, что ты сама согласишься. Кстати, друзья мои, кто там пишет про Shadow Fight 3 поиграть, ребят, я поиграл сегодня. Я, во-первых, заколебался постоянно заходить в игру, потому что меня выкидывает и вылетает. На арену там пошел, вылетел 3 раза. Где-то там еще начал играть. Короче, ну и сам босс, это, конечно, нечто. Я не знаю, как там его бомбить нужно. У меня уровень был вначале невозможно, потом я маленечко прокачался, стало сложно. Но он меня все равно там втыкает, понимаешь? Не знаю, еще попробую побороться маленечко. Ну, а потом уже, как говорится, и видосик выпущу. Потому что иначе слишком коротко там получается. Так, ну что, я тут ищу, да ничего не могу найти. Как ни странно, может быть, что-нибудь за монетки? Нет, ну тут 130, шапка паладина, это, конечно, все хорошо. Шапка паладина, это все чудесно. Неужели никаких ресурсов нету, да? Ну, быть такого не может. Так, а здесь-то что у меня? А почему не пройдено? Стопы, я не понял, а в чем проблема-то? 491 сила. 491. Я не смог, видимо, пройти, что ли. Давай-ка я загляну на огонек и немножко попробую здесь помурыжить этих хлопчиков. Сколько волн? 3. Поехали. Оу, какой он тугой-то, этот дяденька-то. Посмотри. Угу. Я уже вижу, ребята, что... Что тут жестко будет все. Слушай, по-моему, здесь чак не нужен вообще. От него тут толку нету никакого, абсолютно. Чака надо убирать. Его сейчас завалят. Поверь мне. Тут и бомба даже валят. О, ту-ту-ту-ту-ту. Чак сдулся. Ну, предположим. Да. А что такие сильные-то эти ребятульки-то? Я не могу понять. Не, ну, конечно, почти на 80 силы разница, но все равно. Что ж, как-то больно им было. Слушай, надо будет запомнить и сходить сюда уже нашим бравым отрядом, когда будут откаты, и просто разнести их в пух и прах здесь, согласись. Ну, сейчас нет смысла Ого. Сейчас нет смысла драться, потому что в любом случае мы с тобой проиграем. Сейчас завалят, наверное. Ну вот, бомб отключился и остается лишь один ред. Ну а что ред здесь один сделает? Да ничего, кто там шугается? А, я еще и не могу перец применять здесь. Замечательно. Что-то думает, подглядывает. Да не, ребят, ну это смех на палке. Чем мне тут драться? Сейчас... А, фига тут. Я сейчас могу? Могу. Ну, неплохо, вжарили, конечно. Но нам тоже достается. Слушай, он мне напоминает чувака, действительно, этого Марио какого-то, да?
Шапка такая же, да? Вместо пушки труба, на которой растет грибок. Грибочки там, кстати, такие же, да? В общем, ребята, озвездился я здесь по полной программе. Да ничего я не буду воскрешать. Нет смысла. Хотел пойти на арену. Пойду на арену, все. Эх ты, гаденок, как дал бы тебе по твоей зеленой физиономии. Вот арена, что мне дает арена? Кстати, я вот не могу понять. Я эти всякие там подземелья лазил, да? И ничего не заработал в них. Абсолютно, ребят, ничего. Никаких там элементов, которые могли дать в свое время. Что это такое у нас? А, это додзе. Так, мастерство плюс 1000. Мастерство, давай-ка мы, наверное, так вот сделаем с тобой. И вот так вот. Ага, мастерство 500 для мститель. Все для Реда, смотри-ка. Так, 500. Ага, мастерство 500 для всех классов Реда. Нет уж, перебьется Ред пока. Слишком жирно ему будет. Так, ну, ты видишь, да, у нас с тобой повышаются шмотки по уровню. Но самурайский шлем еще никак не, не переплюнуть. Так. Стопы, у нас даже здесь не... Слушай, о, тут у нас ракушка. Давай, 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 ресурсы. Давай, ресурсы. И все, да? Можно смело... Что это за пещера у нас, я не помню. А, ну это где я только что был. По-моему, да? Это она же так обозначается? Да, именно она. Ядовитые облака. Я до арены никак не дойду. Все вокруг да около бегаю тут. Все, друзья мои, пошли. Тут, надеюсь, ничего нет у нас. Изготовить сок. А я не могу, у меня не хватает свиноягод. Назовем их так. Вот она, аренушка. Ну, иногда я выигрываю, иногда выигрывает противник. Так, что у нас тут? Неделя восьмая. Так, бесплатно можем что-то получить. Бесплатно вращать. Ух ты, стена шипов. Да, хочу взять. Получить подарок. Нет, не хочу я пока видосики смотреть. Лучше пойду-ка я, наверное, на арену. Сила 561, а у меня сколько? 918. Я согласен. Сразу же я согласен. Давай посмотрим. Угу. Жребий. Так, противник начинает. Чё? Погоди, 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 а... А не слишком ли ты круто тут начал-то, братюня? А я чё, хила не взял с собой? Ой, дурень, я взял Чака. Все, я понял. Так, давай Матильду. Так, это встанет через три хода, ё-моё. Лежит там, загорает, привыкает. Нормуль. Блин, крепкая она. Кто защиту поставил? Ред? Именно Ред, судя по всему, поставил защиту здесь. Опять сейчас Чак у нас, да, дуплица. Так, давай применяем перец. Поехали, друзья мои, бомбить их. И что, это все, что ли? Так, Матильда пока там отдуплена. Вот и Ред у нас отдыхает. Так, ну мы с тобой будем пока бомбить, наверное, знамя. Нет, этого добьем. А теперь будем бомбить знамя. Так, через ход они встанут. А у нас с тобой есть неплохой шанс побаловать здесь. Слушай, сейчас добьем. Ох, ё-моё. Ну это хорошо, что он по знамени бьет. А мы, наверное, добиваем все-таки с тобой вот этот вот флаг и побед за нами, как ты видишь. Отлично, все мои ребятульки радуются. Так, 3 звезды. Коллекция сезона. Ну-ка. Пошли, поехали. Блин, надо было утроить трофеи, да? Там, по-моему, было за просмотр видосика. Ладно, не суть. Ну что, ищем следующего? Кто у нас там?
Безымянный игрок. Сила 659. Окей. Безымянный так безымянный. Блин, я же хотел Матильду взять. Ё-моё, все забываю. Так, кто ходит? Противник. Да блин, опять Чак отгребает, да? Уже получил свое. Мы тогда тоже будем вырубать ему Чака. Достал он тут. Опа, хиляет. Секунду. Ну-ка. Да, Матильда. О, вырубили. Так, остается один бомб. Фига, у него массовая атака, я смотрю, да? У него такая же, как у меня, массовая атака. Так, сейчас станет Чак. Но он тут долго, наверное, не попляшет. Ну, нафиг на него вот это вот отравление, объясни, пожалуйста. У него тут толку никакого. Хм, ну давай, бомбанем. Отлично. Неплохенько. Они все в отключке. Сейчас встанет у нас Матильда. Подхилила флаг. Твою ж налево. Давай я ее, наверное, на глушняк буду бомбить. Бомб, вставай. Вставай. Бомб встал. Окей, добивочный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Психанул, психанул Чак. Все-все-все по знамени бьют, да? Ай-яй-яй-яй-яй. А что это ты два раза-то ходишь? Фига он припух, блин, два раза ходит. Так. Да, Чак тут со своей этой фигней. А, подожди-ка, подожди-ка. Да что ты делаешь-то, блин, дурдила? Я хотел не это, я хотел, чтобы все атаковали дружно. Но нечаянно нажал на отхил. Так, а это все хиляет. Вот теперь бомбим. Так, по знамени, конечно, по знамени. Так, Матильду что, не добили, что ли? Ну что, я думаю, флаг сейчас секунду на секунду упадет. Даже бомб здесь не поможет. Так. Все, победа за нами, друзья. Так, а если Чака убирать, то кого ставить? Да, в принципе, можно найти, да, кого поставить. Че тут? Как будто на нем клин-клином сошелся. Матильду ту же самую, да? В принципе, ну да. Можно ее поставить. Можно поставить вон этих весельчаков. Так, секунду, у нас с тобой... Ага, все, экипировка по топчику стоит. Так, извини, Чак, я, наверное, вот так вот сделаю. Хотя, что у нас там по силе получается? 945? О, с весельчаками даже круче выходит. Слушай-ка, давай попробуем с ними сыграть. Весельчаки. Но. Так, кто начинает? Противник. Что-то все время противник начинает ходить. Так, весельчаки, не падать. Что это делать? Отравили что ли нас, да? Нормуль. Отлично. Так, Матильдочку. Блин, отравление мне не нравится, конечно, что висит. Ой, как мне не нравится, что у нас отравление. Так, Матильду вырубили. Что ты оборзел, что ли? Что-то у него какая-то слишком лютая атака. Опять Чак этот воскрес, блин. Ты будешь флаг бомбить сегодня или нет? Во. Тихо-тихо-тихо. Давай-ка мы с тобой, наверное, вот так сделаем. Так, оглушили Матильду. Бомбанем по ней еще тогда из-под тишка. Так, а почему у меня бомб валяется, отдыхает? Смотри, что делает, а? Смотри, что он тут творит. На тебе. О, я-то думал, весельчаки сейчас добьют. Нифига у них не получается. Я этого накажу. Нет, весельчаки слабаки. Что-то не выходит у меня ни шиша пока. Так, давай по флагу, наверное, бомбить, в конце-то концов.
По 178. Че это? Отдуплился-то, парнишка. От отравления, что ли? Надо, наверное, вызывать бомба здесь. Поехали. Нехиленько. Так, этот блин, хиляет. Ну, смотри, все равно здоровье уже поменьше, да? У ихнего флагштока, блин. И мы с тобой сейчас... Лишь бы Реда не завалили. Блин, смотри-ка, защиту поставил. Хильнулись. Даже так. Блин, как быть нам? Надо пробовать все-таки Матильду пробивать. Чё-то фиговенько как-то. Защита слишком хороша. О, защита спала, да? Защитушка спала. 178. Все хиляет, да? Иди отсюда. Предположим так. Опа. Следующий ход за нами. О, так-так мы с тобой шиканем сейчас. Дай-ка я, наверное, так сделаю. Тынь, тынь, тынь. О, все, друзья мои. Победа. Вон Свин Хряковович, кстати, среди толпы прыгает. Ну, согласись, неплохо. А? О. А чтобы получить коллекцию сезона, нам нужно набрать 25 тысяч очков. 25. Это очень много. Судя по тому, что здесь тебе дают всего лишь по 30-40 очков. Ну ты можешь прикинуть, сколько нужно сделать боев. Слушай, а ежедневные задачи, что вот это за задача такая? Победите в боях на арене, сорвав флаг противника, когда все его птицы повержены. А, ну вот, здесь можно еще получать дополнительные награды. Победи в трех боях на арене, использовав перец ярости 4 раза за бой. Так я же вроде бы исполнил этот фокус. Так, ну что, погнали дальше тогда? Что-то весельчаки как-то мне не особо понравились, если честно. Сила 882 у противничка. И все почему-то берут Чака. Заметил? Все. 882. Так, если я возьму 945. Да ладно. Весельчаки, так весельчаки. Пускай веселятся, господи. Мне что, жалко, что ли? Ага. Так, кто ходит? Ну, понятно. Почему-то не, я никогда не хожу. Так, вот здесь что-то, ребята, с перцем связано. То ли у меня будет накопление перчика идти медленнее, то ли в чем проблема? Что-то быстро мне вырубили. Ага, я то же самое, да? Быстро вырубаю. Будем знать, что Чак у него вата. Блин, а этот-то у него, смотри-ка. Хорош, Редик. Там с топором каким-то офигенным. Фига нас тут распечатали. Добьем Матильду-то. Нифига не получается. Уже этот вскочил. А не слишком ли быстро-то? Смотри, что творит, а? Ну, он тоже сам по себе не очень-то сильный, я смотрю. Так, погнали. Слабо. Отлично. Блин, под защитой-то, конечно. Тихо! Да ядрёна вошь. Где отсюда? Да, весельчаки, какого фига вы... Блин. Да, весельчаки что-то как-то, ребят, вообще пасуют на самом деле. Достало это уже тут хилять. Всех, кого нужно и не нужно. Бомб, ты будешь вставать? Опять защиту поставили. Так, это пока лежит, там одупляется. Мы с тобой попробуем немножечко подбомбить Реда. Так, опять Чак встал. Слушай, что там, что Чак там делает? Что это он там сейчас сделал? Что это за электричество? Не знаю, что это такое было. Типа какой-то ярости, что ли. Ну. Давай, 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 бомб, бомби. Флагшток.
Стреляет. Нет, Матильда. Блин, прицелиться не могу еще. Окей, добивочный будет сегодня. Есть. Так, это вскочил в ярости. Бумс. Они мне флагшток бомбят, ты посмотри. Добить не смогут. Весельчаки какие-то, словаки, блин. Ох, ё-моё, что такое происходит? Он бомбит электричеством каким-то. Заметил он, да? Сейчас Матильда вскочит. Начинает хилять, естественно, хиляет. Пока я переключаюсь на Матильду, там уже следующий встает, да? Смотри, она занимается чисто отхилом. Но... чисто хиляет. Бамс, бомб выдержал. Не выдержал, упал. Так. Чак. Да ну, блин, хорош. Они сейчас, по-моему, мне разнесут все-таки мой флаг. Мне что-то так кажется. Так, он поставил защиту. Он поставил защиту. Это все хилять начинает, да? Так, попробуем ее сейчас продавить. Блин, не хватает. Весельчаки не могут добить, понимаешь, что... А, нет, Матильда отдупилась от отравления, походу, дела. Сейчас мы с тобой... Давай так сделаем. И сюда. И Рэтчет, да, вскочит. Обезумевший этот. Бумс. Так. Опять по флагу? По флагу. На тебе, гаденыш. Слушай, ребят, по-моему, мы сейчас за... Да, мы победили с вами. Мы разнесли флаг к ядрене фени. И это отлично. Это очень хорошо. Но неплохо. Ага. И удвой трофеи. Но для этого нужно рекламу смотреть. А мне неохота, ребят, сейчас ничего смотреть. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!